тренер футбольного клуба Евпатория Алексей Грачев. Алексей Викторович, как вам сегодняшняя игра? Ну, всегда. Во-первых, поздравляю всех с победой, чтобы не перепрыгивать, да, болельщики, которые приходят и в холод, и в жару. А второе, все эти первые игры, они немножко нервозные. И, в принципе, игра мне понравилась. По самоотдаче понравилась. Некоторые решения, которые принимали, разберем на разборах. А в общем, самоотдача и борьба за результат, это касается практически всех игроков, кто выходил в стартовом составе, кто выходил на замену. Молодцы. Поздравляю выпускников Академии с почином. Ребята вышли, достаточно неплохо сыграли. Но все-таки им надо еще немножко окрепнуть физически. Я думаю, что у них, у некоторых, конечно, есть хорошее будущее. А в общем, молодцы. Вратаря могу поздравить, молодец. Вратарь полкоманды сегодня отразил.